Сорт томата «Завтрак Келлога». Это высокорослый сорт томата. В открытом грунте высота куста достигает 1,60 м, 1,80 м. Это среднеспелый сорт. До созревания проходит 110-120 дней. Крупноплодный бифштексного типа томат. Вот такие небольшие ребра у него есть. Ярко-оранжевого цвета. Масса плода от 200 до 500 грамм. Этот сорт от Даррела Келлога из Редфорда, штат Мичиган, США. В разрезе томат многокамерный, мякоть ярко-оранжевого цвета, томат мясистый, сочный, сладкий, очень вкусный. Мало семян в томате. Формировать куст при выращивании нужно в 2-3 стебля, так как куст очень мощный, требует подвязки и посынкования. Выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Для употребления в свежем виде и для салатов.